الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Продолжаем, иншаллаху тааля, и на сегодня мы, иншаллах, закончим главу о том, что саляфы порицали нововведения, нововведенцев, страсти, приверженцев страстей, и также порицали строжайшим образом споры в религии. Баракаллаху фикум. Мы остановились на словах Абу Джафара, рахималлах, который сказал: «Иякум аль-хусумат, фаинна тамхакуддин». Остерегайтесь споров, ведь поистине споры, то есть уничтожают, или же, можно сказать, сводят на нет религию. Аллахумма стаан. То есть, и мы говорили о том, что действительно так оно есть. Также, братья, передается от Абдул-Карима ибн Аби Умайя, рахималлах, что он говорил: «Ма хаса мавари он кат». Яни Фиддин говорит, что никогда не было известно от аскетичных людей, которые, то есть, были, то есть, которые совершали деяния ради ахирата, хорошо, ради той и того света, а не ради этого света, неизвестно было, чтобы они когда-то, кто-то из них, спорил по отношению религии. Также он же говорил, то есть Абдул-Карим ибн Аби Умайя, рахимахуллах: «Ширару айбади Аллахи ладзина яттабиуна ширар аль-масаиль юмуна биха айбад Аллах». Самые худшие рабы Аллаха — это которые что делают? Которые, то есть, выискивают или же следуют за худшими вопросами. То есть находят какие-то, то есть, каверзные вопросы, хорошо, и посредством этих вопросов они ослепляют рабов Аллаха субхана ва тааля. То есть сбивают их с прямого пути, начинают им задавать какие-то каверзные вопросы до тех пор, пока те люди, субхана, не опьянившись этими вопросами, не оставят тот прямой путь, на котором они были. Аллаху мустаан. Также имам Аль-Аузаи, рахимахуллах, то есть, опять же, говорили, кто такой имам Аль-Аузаи. Имам Аль-Аузаи — это Абу Амр, Абдурахман ибн Амр Аль-Аузаи, хорошо, который умер в 157 году, иншаллах тааля, по хиджре. 157 уже, да, умер? Да, 157. Хорошо, он говорил: «Инна Аллаха иза арада ан юхрима абдаху баракат аль-альми алка аля лисанихи аль-магалит». Говорит, если Аллах субхану ва тааля пожелает, как, то есть, чтобы у одного, то есть у кого-то из своих рабов не было бараката в его знаниях, хорошо, то тогда он делает так, что этот человек начинает, то есть у него на языке появляется много магалит. То есть имеется в виду, он говорит много магалит. Что такое магалит? Сам Аль-Аузаи толкует эти слова, то есть магалит, что значит? Сказал то, что это какие-то каверзные, запутанные вопросы. Хорошо? Или же также Аис ибн Юнус говорил: «Хия ма ля юхтаджу илейхи мин кейфа ва кейф». То есть это вопросы, в которых нет нужды. То есть а как это, а как то, а как все хорошо. То есть «Фалякад раэйтум акалля наси ильман». И Аузаи продолжает, говорит: «Я видел, что эти люди, то есть у них самое меньшее количество знаний». То есть которые постоянно, братья, занимаются какими-то запутанными вопросами. А кто, а что, а где, почему. То есть ты видишь, субхана, что человек только вчера, позавчера молиться начал, сегодня он уже изучает, кто про кого и где и как и что сказал. Или же человек, то есть год назад молиться начал, всю жизнь наркоманил, пил, курил и так далее и тому подобное. Потом, как только заходит в ислам, или же бандитом был, заходит в ислам и опа, озер бильджагль, оправдание по невежеству. А ну-ка, а этот кафир, кафир, а ты его сказал, что он кафир? Нет, тогда и ты кафир. И начинает, субхана, заниматься вопросами. Во-первых, эти вопросы выше твоих мозгов. Ты сейчас даже не поймешь, субхана, в принципе. Ты не поймешь толкование ученых. Ты это все не поймешь. Зачем ты не занимаешься тем, что тебе, то есть Аллах субхана тааля вменил в обязанность в первую очередь? Нет, эти люди начинают заниматься тем, что намного выше. И, естественно, то есть это, то есть косвенно заходит сюда в наши, то есть в слова имама Аль-Аузаи. То есть в первую очередь заходят те, которые, братья, начинают, то есть какими-то каверзными вопросами как-то, то есть искать какие-то непонятные моменты и так далее и тому подобное, и цепляться за это, Аллаху мустаан. Также братья Маан ибн Иса, рахимахуллах, говорил: «Инсарафа Малик ибн Анас, рахимахуллах, йоуман мин аль-масджид». То есть как-то раз Малик ибн Анас, имам Малик, выходил из мечети, хорошо, то есть «ва хуа муттакиун аля яди», то есть держась за мою руку, то есть или же оперевшись на мою руку. «Фаляхикаху раджулюн юкалю лаху Абу-л-Хурия, кана ютахам биль-Ирджа». То есть и один человек, которого звали Абу-л-Хурия, то есть его, то есть обвиняли в мурджиизме, хорошо, человек был мурджиитом, считал, то есть мы знаем, кто такие мурджииты, это те люди, к чьему убеждению, что деяние не заходит в понятие имана. То есть они говорят то, что ты можешь совершать грехи, но все равно иман у тебя будет полноценный. То есть это вкратце. Естественно, у них много еще других заблуждений, в Аллаху мустаан. Из их заблуждений то, что они видят, то есть не видят проблем в том, что выходить против правителя, хорошо, то есть они не видят в этом проблем. Они также из их заблуждений, что они
видели, то есть некоторых людей, которые, то есть особенно из салифов, которые говорили, что нельзя свидетельствовать человеку про себя, что я мумин, что я верующий, и заявлять об этом, имея в виду, то есть именно, то есть степень веры, хорошо. Они говорили про таких людей, что это каферы. Почему? Потому что они, говорят, сомневаются в своей религии, в Аллаху мустаан. Поэтому имам Ахмад сказал, аль-мурджиатуль хавариджи, мурджииты, это есть те же самые хариджиты, просто немножко в другой обертке. И так вот, сказал он, я Абдаллах, اسمع مني شيئا أكلمك وأحاج به أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. Он говорит, о Абдулла, то есть о раб Аллаха, обращаясь к Малику ибн Анасу, сказал, послушай кое-что, я тебе скажу, говорит, я тебе кое-что расскажу и хочу поспорить с тобой вопросом, в одном вопросе и расскажу тебе свое мнение в этом вопросе. То есть сказал это кому? Сказал это имаму Малику, рахимахуллах. Имам Малик, братья, был, субханно, великим мудрецом, сказал, «Фаин галябтани», говорит, «Хорошо, говорит, ты сейчас мне это скажешь, оспоришь меня и переспоришь меня, победишь ты в споре». Что дальше? «Каля ин галябтука иттабиани», говорит, «Если я, как говорится, если я победю, хорошо, то есть если я держу верх в этом споре, тогда ты следуй за мной». قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا. А говорит, а если сейчас кто-то другой придет, хорошо, к нам с тобой, и поговорив с нами, то есть, как говорится, одержит верх надо мной и над тобой, то есть переспорит нас с тобой. قال نتبعهم. Он говорит, тогда последуем мы за ним. فقال مالك رحمه الله تعالى. И тогда, субханаллах, имам Малик сказал великие слова. Сказал, я Абдаллах, говорит, о раб Аллаха. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. Говорит, о раб Аллах, поистине Аллах Субхану Ва-Та'аля ниспослал Мухаммада саллаллаху алейхи с одной религией, то есть не с несколькими, с одной религией, с одним путем. А я же вижу, что ты каждый день меняешь свои убеждения. То есть сегодня ты на одной религии, завтра на другой. То есть каждый день меняешь свои убеждения. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله امام مالك говорит, что Умар ибн Абдул-Азиз говорил, من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل, тот, кто сделал свою религию целью или же мишенью для споров, хорошо, такой человек постоянно меняет свои убеждения, то есть постоянно меняется. Аллаху мустаан. Также имам Малик рахимахуллах говорил, аль-джидалю фид-дини юншиу аль-мира ва йадхабу бинури аль-ильми мин аль-кальби ва йукасси ва йуварриту ад-дыгн. Говорит, то есть имам Малик, то что спор в религии, то есть приводит к сомнениям. Хорошо, что человек начинает сомневаться в религии. وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْعَلْمِ مِنَ الْقَلْبِ, то есть и убирает свет знаний из сердца. То есть у сердца, то есть у знаний, братья, всегда есть нур, есть свет. То есть ты можешь просто заучивать какие-то вопросы, или же ты можешь, то есть, брать эти знания с баракатом, и тогда будет польза тебе в этих знаниях. Ты будешь совершать деяния и обучать этим знаниям других. Хорошо. И этот спор, говорит, также делает твое сердце черствым. Хорошо. И также, то есть, то есть, как сказать, пропитывать тебя злобой, ненавистью и завистью к людям, субханаллах. То есть всегда, братья, спор в Аллахе приходит только со всем плохим, валлаху мустаан. Также имам аш-Шафии, рахимахуллах, говорил, «Аль-мира'у фид-дини юкассиль кальб», то есть спор, споры по отношению, то есть споры в религии, хорошо, то есть делают черствым сердце. И также, то есть, как и сказал имам Малик, то есть к чему приводит? К тому, что люди начинают питать взаимную злобу, ненависть, хорошо, зависть друг к другу. Аллаху мустаан. От Муавия ибн Курра, рахималлах, сообщается, что он говорил, «Аль-хусумату фид-дин тухбитуль а'маль», говорит, споры по отношению религии, по отношению к религии, то есть или же споры в религии делают тщетными деяния человека. Аллаху мустаан. Также, братья, Имран ибн Кусейр, рахимахуллах, говорил, «Ияком валь муназаата валь хусума», говорит, остерегайтесь споров, то есть постоянных вот этих вот, которые, то есть, ну, опять же, споров по отношению к религии. «Ва иякум ва хауля илладина якулюна араэйта араэйта». И также остерегайтесь тех людей, которые говорят, а если, а если, а если так, а если сяк, а если так, а если сяк. Субханаллах, братья, шейх Валид, фидауллах, приводит обычно пример на таких людей, говорит, то есть из их вопросов, субханаллах, говорит, например, ты молишься, и Кааба улетела, куда молиться, субханаллах. То есть, братья, субханаллах, чем люди занимаются, Аллаху мустаан, и это люди называют знанием. То есть ты молишься в сторону Каабы, и вдруг Кааба улетела, Аллаху Акбар. Говорит, голова твоя вылетела, Аллаху мустаан. Хорошо. Суфьян ибн Амр ибн Кайс, рахималлах, говорил, «Культу лил хакам, рахималлах», то есть как-то раз я сказал хакаму, «Маттарра нас иля ахва», говорит, что, говорит, заставило людей следовать страстям, и он сказал, «Аль-хусумат», споры, то, что они, братья, спорили в своей религии, «Валлаху аль-мустаан», пусть Аллах, субхану тааля, убережет нас от этого.
Следующее, братья, и последнее в этой главе – «Тахзир мин муджадалит ахли аль-бид'а валь-ахва», то есть строжайшее порицание, спорить особенно, то есть не просто спорить по отношению к религии, а именно спорить, братья, с приверженцами нововведений. То, что братья саляфы ни в коем случае не дозволяли и порицали того, кто садится, братья, со всяким бедачиком и заблудшим и так далее, и начинает с ними спорить. «А ну-ка ты скажи мне, что ты думаешь, а ты скажи мне, что ты думаешь, брат, давай поспорим с таким, брат, давай поспорим с таким». Аллаху мустаан, братья, пусть Аллах субхану таля убережет от такого. Аллаху мустаан. Абу Хилаба, рахима, то есть мы говорили, кто это такой, это Абдулла ибн Зайд аль-Джурми, хорошо, то есть из табиинов, умер в 105 году, то есть в начале 100-х годов. Он говорил, братья, «Ля туджалису ахля аль-ахва», ни в коем случае не усаживайтесь, не садитесь вместе с приверженцами своих страстей. «Ва ля туджадилюхум», и не спорьте с ними. «Фа инни ля аману ан югмисукум фил валалят», потому что я, то есть не буду, то есть не считаю вас, то есть обезопасными от того, что они, братья, окунут вас в свои заблуждения. «Ау юлеббису алейкум фиддини ба'дама любиса алейхим», говорит, или же они как-то испоганят ваше понимание по отношению к некоторым вопросам, которые, хорошо, то есть они сами, то есть испоганил их мозг. То есть имеется в виду дословно, это как можно сказать, то есть они вас как-то, то есть заблудят в тех вопросах, в которых заблудились сами. Субханалла, то есть какие-то вопросы они сами, братья, у них испачканное понятие, как говорится, то есть они не могут понять эти вопросы, и они начнут грузить вас этими вопросами, и вы также, субханалла, найдете в этом какие-то проблемы, Аллаху мустаан. Поэтому ни в коем случае, братья, субханалла, поэтому постоянно, братья, шейхи, ученые, братья, постоянно туллябуль, всегда, братья, саляфиты, всегда призывают людей, что особенно в наше время, братья, то есть Аллах, субхан таля, братья, сегодня явил величайшую милость для уммы. Субханалла, человек, братья, где-то в Занзибаре находится, и он может быть учеником шейха ибн Усеймина, учеником шейха ибн База, шейха аль-Альбани, братья, слушать их уроки, братья, субханалла, интернет кишит, маша Аллах, то есть уроками великих ученых, братья, которых уже нету, братья, имамов. Люди раньше, братья, то есть последние деньги тратили, все, что у них было, оставляли, чтобы просто сидеть у них, слушать их, братья, то есть изучать знания. Сегодня же ты можешь, как говорится, оперевшись на свое кресло, внимательно слушать. И более того, субханалла, братья, у нас есть сегодня та возможность, которой не было у тех, кто был до нас. Ты можешь поставить шейха на паузу, субханалла, перемотать 10 секунд назад и заново. Тебе не нужно, то есть, говорить или же стесняться своего шейха, сказать: «Шейх, можешь повторить, пожалуйста?» Ты по паузу нажал, и тебе шейх 1000 раз повторять будет. Хорошо? То есть, и понятно. Понятное дело, что никто, братья, не спорит, что в 1000 раз лучше, что это сидеть дома и слушать просто кассеты, это абсолютно не основа знания. Основа – это ездить. Почему? Потому что, то есть, мы, братья, во многих уроках говорили о том, что у знания есть баракат. И баракат его, то есть, получается таким образом. Когда ты едешь, когда ты трудишься, когда ты стараешься, хорошо. Но если у человека нет возможности, то, братья, Аллах субхан таля дал ему прекрасную возможность изучать так, как он может. Изучать, сидя дома. Субханна, братья, сегодня требующие знания и так далее переводят на разные языки. То есть, ты даже если араб не знаешь, альхамдулилля, то есть в большинстве языков сегодня ты сможешь, машалла, то есть узнать очень много из своей религии с дозволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Но вместе с этим, братья, этот же интернет, как говорится, то есть если есть что-то хорошее, обязательно придет и что какое-то искушение. Хорошо, есть у нас, братья, заблудшие. Хорошо, их очень много, субхана, и у них очень сильный голос, братья, в этих средствах массовой информации и так далее, всяких социальных сетях и так далее и тому подобное. И поэтому, братья, самый лучший выход — это, братья, не сидеть в этих социальных сетях. Это, братья, самый лучший, субхан. Хорошо. Но если ты вот такой вот, что вот не можешь ты, хорошо, то тогда, брат, будь так добр, если ты видишь какие-то заблуждения, ни в коем случае, даже из интереса, даже если ты посчитал, что ты как раз уже на эту тему урок проходил, а ну-ка дай посмотрю, что они говорят. Брат, не подвергай свою религию, субхан, такой великой опасности, не нужно это слушать. Хорошо. То есть, если у тебя есть доверенные тем, кому ты доверяешь, ученые, знающие и так далее, то, брат, слушай их. Не нужно, субхан, как Омар ибн Абдель-Азиз говорил, то есть слова, которые мы только недавно читали: если ты свою религию сделаешь целью, братья, брат, для споров, а это и есть споры, то есть хочешь ты, не хочешь, ты как будто бы пытаешься оспорить то, что говорит тот или иной заблудший, то тогда ты будешь постоянно менять. И, братья, субханна, далеко идти не надо. Сколько, братья, вот, как говорится, далеко идти не надо. Недавно только, братья, которые были саляфитами, которые, братья, опровергали заблудших и так далее и тому подобное, вот так вот, братья, игрались в интернете и так далее, и, субханна, залезли, братья, в такие заблуждения, в которые, субханна, даже порой смешно бывает. То есть, как ты мог в этом вопросе заблудиться? То есть, субханна, то есть, это, братья, удивительная вещь. Поэтому, как Аллах субхан таля сказал: «Фа маллям яджалиллаху ляху нуран, фа ма ляху мин нур». Тот же, кому Аллах субхан таля не даст света, никогда у такого человека света не будет. Поэтому, братья, помните об Аллахе субхана ва тааля, что каждый раз, когда ты такие вещи смотришь, как говорили саляфы,
ты выходишь из-под защиты Аллаха Субхану Тааля. То есть все это время Аллах Субхану Тааля тебя защищает. Как сказал Ибн Аббас, радиаллаху анхума, что Аллах Субхану Тааля взял на себя ответственность, что любой, кто будет читать Коран, желая понять истину, Аллах Субхану Тааля никогда такого не заблудит. Такаффаля Аллах, говорит Ибн Аббас, то, что Аллах Субхану Тааля на себя это взял. Если Аллах Субхану Тааля взял это на себя, разве Аллах Субхану Тааля нарушит свое слово? И поэтому, брат мой, когда ты ищешь прямой путь не из Корана, а, братья, все заблуждения, все бедаты и так далее, то есть все слова нововведенцев, они, братья, валлахи, не из Корана. Даже если они читают Коран, они, братья, валлахи, это все предоносят от шайтана, от своих, субхана, грязных душ, братья. Они в коем случае от Аллаха Субхану Тааля. Поэтому, как говорится, о, брат мой, остерегайся, братья, остерегайтесь того, чтобы играться со своей религией, субхана. Братья, валлахи, это самый великий подарок, который только мог быть вам дан, субхана Аллах. Аллаху мустаан. Посмотрите на людей. То есть, извините, что отошли от темы, просто важная тема. Посмотрите на людей вокруг вас, субхана Аллах. Посмотрите на них, чем они живут, братья, чем они занимаются. Они не знают, кто такой Аллах, субхана Аталя. Они, братья, ни разу в жизни, может быть, суджуд Аллах, субхана Аталя, не делали. Ни разу, братья, не просили Аллах, субхана Аталя, о чем-то. Каким они встретят своего Господа, субхана, в то время как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, передает слова Аллаха и говорит: «Ана инда ванни абди би», «Я буду таким, как обо мне думает мой раб». Как они думают о своем Господе? Они, в принципе, о нем не думают, братья, субханаллах. И то есть тогда разве Аллах, субхана ва тааля, то есть они найдут у Аллаха, субхана ва тааля, то, что найдет тот, кто, братья, ночами, днями хорошо, то есть изучает религию, постится, молится, дает садака и так далее, то есть и желает блага от Аллаха. И Аллах, субхану тааля, тебе, о раб Аллаха, дал это, субхану, не потому, что ты какой-то молодец, или же еще что-то, у тебя и так сердце было чисто и так далее, нет. Аллах, субхану тааля, по милости своей, братья, по милости своей, то есть мог бы не дать тебе хорошо, но Аллах, субхану тааля, пожелал для тебя этого. Почему тогда ты так небрежно относишься к самому великому подарку, который мог был быть тебе только быть дан? Ведь, братья, один из нас, если какому-то своему другу или же близкому человеку подарит новый телефон, и тот человек на следующий день придет с разбитым экраном у этого телефона, что ты скажешь про него? Скажешь: вот так ты относишься к моему подарку, так же? Аллах, субхану тааля, братья, дал нам то, что ни за какие деньги не купишь, братья. То, о чем говорится в Коране, что ты, субхану, после смерти своей, все, что у тебя было, то есть если бы тебе всю землю и еще столько же золота, братья, богатства и так далее, дали, ты бы все это отдал ради того, чтобы, то есть, у тебя было что-то лучше в судный день, то есть твой исход был еще лучше, или же, то есть, лучшим, чем какой-то скверный исход и так далее. Аллах, субхану тааля, тебе дал эту возможность вот сейчас уже. Почему же ты тогда к ней относишься так несерьезно? Занимаешься, изучаешь, что там кто сказал, слушаешь того, слушаешь этого. Поэтому, о, братья мои, субханаллах, валлахи, братья, это очень серьезный вопрос. Поэтому ни в коем случае не относитесь к этому просто, то есть так просто. Пусть Аллах, субхану тааля, всех нас укрепит на своей религии, валлаху мустаан. Дальше, братья, приводится от Хишама ибн Хассана, что он сказал: пришел как-то один человек, Хасан аль-Басри, рахималлах, факаль, сказал ему: «Я Аба Саид, та'аль хатта ухасама кафиддин», говорит, а ну, говорит, о, Абу Саид, то есть Хасан аль-Басри, он был Абу Саид, сказал ему: «Абу Саид, иди сюда», говорит, «давай поспорим с тобой по некоторым вопросам в религии, то есть я с тобой не согласен». И Хасан ему сказал: «Амма ана факада басарту дини, фа ин кунта адлальта динак фальтамис», говорит, «что касается меня, я свою религию нашел, если ты потерял свою, иди», говорит, «ищи ее в другом месте». То есть я, субхана, на убеждении. То же самое мы говорим этим братьям, братья, опять же, не устану повторять, которые сидят, братья, и где-то в интернете читают, слушают, что говорят какие-то заблудшие и так далее, или же насмехаются над этим. Брат, субхана, ты потерял свою религию, ты зачем этим занимаешься? То есть эти люди потеряли, они ищут там что-то. Ты, субхана, ты, то есть, потерял свою религию, что ли, или ты еще, то есть, не убежден в своей религии? Зачем ты смотришь это? Аллаху мустаан. Аюб ас-Сихтияни, рахимахуллах, братья, говорил: «Леста бираддин алейхим ашадда мина сукун», самое лучшее опровержение твое для них – это молчание. Субханаллах, братья, валлахи, клянусь Аллахом, это самое трудное для них, для заблудших, братья, для нововведенцев, самое трудное, что им дается, это когда ты молчишь просто в ответ. То есть они тебе что-то говорят, 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 а ты просто молчишь, как будто бы их нету. То есть как будто бы это стена просто. Братья, хуже этого на них ничего не действует, субханаллах. То есть они, братья, пытаются тебя как-то зацепить, а ты просто не реагируешь. Аллаху мустаан. И тот, кто это проверял, то есть тот, кто это пробовал, знает это, в Аллаху мустаан.
От Саляма ибн Мутиа передается, что он сказал: «Инна роджулян мин асхабил ахва каля ли Аюб ас-Сихтияни». Что один приверженец своих страстей, один заблученного видения, сказал Аюб ас-Сихтияни, рахимахуллах: «Я Абу Бакр, ас'алюка ан калима». Говорит: «О Абу Бакр», то есть Абу Бакр, Аюб ас-Сихтияни, рахимахуллах, он то есть ему говорит, что «Да, я спрошу тебя об одном слове», то есть кое о чем. «Фавалля Аюб ва джаля юширу би асбахи ва ля нисфа калима». И тогда Аюб отвернулся и сразу начал уходить и говорить, то есть пальцем показывать ему, и даже половину слова я тебе не дам сказать. То есть даже полслова не дам тебе сказать. Одно слово не даст, даже полслова я тебя не послушаю. Валлаху мусан. И это, братья, имам своего времени, Аюб ас-Сихтияни, рахимахуллах. Маамар, братья, передавал, говорит то, что Таус, рахимахуллах, то есть кана джалисан, ва индаху ибнуху фаджаа раджулу мин аль-муътазили фатакаллама фи шай. То есть Таус, хорошо, то есть один из табиинов, он, братья, сидел со своим сыном, и пришел один муатазилит, и начал говорить о каком-то вопросе. فَأَدْخَلَ طَاوُسُ أُصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فَوَقَالَ. То есть и тогда Таус засунул свои пальцы себе в уши и сказал: «Я буней, я буней, أَدْخِلْ إِصْبَعَكَ فِي أُذُنَيْكَ حَتَّى لَا تَسْمَعَ مِنْ قَوْلِي شَيْئًا». Говорит: «О, сын мой, сыночек мой, засунь свои пальцы также в уши», то есть закрой свои уши хорошо пальцами, чтобы ты не слышал даже слова, то есть от того, что он скажет. فَإِنَّ هَذَا الْقَلْبَ ضَعِيفٌ. Ведь поистине это сердце, оно слабое. ثُمَّ قَالَ. И потом говорил он: أَيْبَنِي أَسْدِدْ فَمَا زَالَ يَقُولُ أَسْدِدْ حَتَّى قَامَ الْآخَرُ. И он сказал ему еще, то есть сильнее, сильно держи свои уши, чтобы ты вообще ничего не слышал, хорошо, до тех пор, пока этот человек не ушел. Видите, братья, то есть молчание, братья, субхан, когда ты игнорируешь его, он по-любому уйдет, братья. Аллаху мустаан. От Исмаиля ибн Хариджа передается, рахимахуллах, что он говорил: «Дахаля раджуляни аля Мухаммад ибн Сирин мин ахли ахва». То есть два приверженца своих страстей пришли к Мухаммаду ибн Сирину, то есть который был также, его кунья была Абу Бакр. Хорошо, то есть и они сказали ему: «Я Абу Бакр, ну хаддитука би хадис». «О Абу Бакр, можно мы расскажем тебе хадис?» قال لا, он сказал нет. قال فنقرا عليك ايه من كتاب الله عز وجل. Они тогда сказали: давай мы тебе расскажем или же прочитаем один из аятов, хорошо, то есть из книги Аллаха субханаху ва тааля. قال لا, он сказал нет. لتقومن عني او لاقومن. Говорит: либо вы вдвоем уйдете отсюда, либо я уйду. То есть я от вас ни хадис, ни аят, ничего слушать не буду. Либо уходите отсюда, либо я встану и уйду. И эти люди, то есть, ушли. Аллаху мустаан. وعن مهدي بن ميمون الأزدي также от مهدي بن ميمون الأزدي передается, что он говорил: سمعت محمد بن سيرين رحمه الله وما راه رجل في شيء. То есть здесь الله أعلم, то есть ссылка на книгу الأجوري الشريعة, и приходит وما راه رجل في شيء. الله أعلم, وما راه — это опечатка наверняка, потому что, то есть, ну, не подходит эта фраза к этому тексту. Аллаху алям, более правильно, как иншаллах валибани приходит у ибн Батта, وَمَا رَاهُ رَجُلٌ فِي شَيْءٍ. То есть, и один человек спорил с ним по отношению одного вопроса. Хорошо, то есть, Мухаммад ибн Сирин, то есть, один человек пришел поспорить с ним в религии. И Мухаммад ибн Сирин сказал ему: «Инни кад а'ляму ма турид, ва а'ляму биль мумарати айн минка, валякинни ла умарик». Он говорит: «Я знаю, что ты от меня хочешь. И я, говорит, намного лучше тебя в споре, говорит, но я, говорит, не буду с тобой спорить». Субханаллах, братья, это подход имамов. Я, говорит, намного сильнее тебя, то есть в споре, то есть и в знаниях, я намного сильнее тебя в знаниях, то есть ты не сможешь со мной спорить, хорошо. И я, говорит, и споры я знаю намного лучше тебя, то есть я намного лучше тебя спорю, но я не буду с тобой этого делать. Почему, братья? Потому что эти люди, субханаллах, уверовали настоящей верой. Потому что они знали, что если вам саляфы, если вам сподвижники, если вам табиины говорят, не надо спорить, это неправильно, это противоречие манхаджу посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, этого делать не надо. Субханаллах, мы сегодня, братья, видим тысячи саляфитов, которые слушают слова шейха Фаузана, слушают слова шейха Аль-Аббада, которые говорят: если ты слышишь, что кто-то говорит про людей, начинает их порочить, как-то обвинять в заблуждении, и тот саляфит, не залезай в это не твоя работа и так далее. Чем же занимаются саляфиты? Они слушают эти слова, переводят, распространяют, и как будто бы эти слова касаются кого-то другого. Ты, субхана, не саляфит, что ли? Это насиха, который ты перевел, джазак Аллахан, в первую очередь касается тебя, брат мой. Тебе, если говорит шейх Саля Аль-Фаузан, не залезай, не слушай, это что значит? Это значит, что тебе нужно, как Таус сделал со своим сыном, засунуть пальцы в уши и не слушать, в принципе, а не сидеть и читать, как и для других переводить, рассказывать
Это, братья, прямое противоречие тому, что люди, то есть, называют «не слушай». «Не слушай» значит «не слушай», и «не говори об этом», «не распространяй». Ты же что делаешь? Ты переводишь эти слова шейха Салиха, а затем слушаешь, распространяешь и сеешь эту фитну среди людей. Зачем, брат мой? Зачем ты этим занимаешься? Тебе, если ученые, взрослые люди, которые прожили 2-3 твоих жизни, субханаллах, говорят «не делай это», «замолчи», «не слушай», просто заткнись, субханаллах, и послушай ученых. В чем проблема? То есть, избавь нас от своего вреда, субханаллах. А сегодня братья называют это саляфии, субханаллах. И это даже я, братья, не тех говорю, которые заблудились в этих вопросах и так далее, а даже тех, кому мы считаем с вами хорошими братьями и так далее, это наши братья и так далее и тому подобное. Они, братья, занимаются этим. Аллаху мустаан, братья. И самый главный вопрос, зачем? То есть, каким, как говорится, ты слушаешь свои, то есть, слова ученых? Каким местом ты их слушаешь? Ушами или чем-то другим? Аллаху мустаан. Тамам. То есть, комментируя, братья, эти слова и то есть, остальные слова на эту тему, имам Аль-Аджури сказал в книге «Шария», хорошо, такие слова. «Фаин кала каиль». وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه. То есть говорит, если, например, кто-то нам скажет, хорошо, человек, Аллах Субхану ва Тааля даровал ему какие-то знания, и пришел к нему какой-то человек, спрашивая о каком-то вопросе, хочет с ним поспорить. ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة. Говорит, кажется ли или же думаешь ли ты, что стоит тогда с таким поспорить, чтобы донести до него довод, ويرد على قوله и опровергнуть его? Тогда мы скажем ему, говорит имам Аль-Аджурри, هذا الذي نهينا عنه. Это и есть то, что запретил нам шариат. Это то, что нам запретили саляфы. Хорошо? То есть то, что к тебе человек приходит, у тебя есть знание, и человек приходит с тобой поспорить, и ты говоришь, я тебя сейчас опровергну. Нет, тебе запретили это саляфы делать, субхан, потому что нет в этом блага. وهو الذي حذرنا منه من تقدم من أئمة المسلمين. И от этого предостерегали нас те, кто были до нас из числа имамов мусульман. فإن قال قائل فماذا نصنع. Если кто-то нам скажет, хорошо, тогда что нам делать? Мы ему скажем: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد, хорошо, или же مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة, فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة. То есть если тот, кто пришел у тебя спросить что-то, он спрашивает у тебя, желая, вот то, что я вам раньше, братья, на уроках говорил, желает у тебя узнать хорошо истину. То есть он действительно ему интересно, он хочет узнать от тебя истину, хорошо? То тогда, брат, донеси до него это в самом лучшем виде, в самом лучшем виде, в самыми лучшими словами, самыми приятными, самыми понятными, хорошо? То есть из книги Аллаха, из сунны его посланника, алейхиссалям, ва каули сахаба, и словами сподвижников, ва каули аиматиль муслимин, и словами имамов мусульман. То есть если человек спрашивает у тебя, он интересуется, брат, джазакаллах хайран, донеси до него. Ва ин кана юриду муназаратак ва муджадалатак фа хаза аллази карраха лака аль-улама ау кариха лака аль-улама. А если же он наоборот хочет с тобой поспорить, диспут он тебе хочет, на диспут он тебя вызывает, то это то, что тебе запретили ученые. Фаля туназирху, ни в коем случае не спорь с ним. Вахзарху аля диник, и бойся за свою религию, остерегайся этого человека, чтобы он не заблудил тебя. Кама кала ман такаддама мин аиммати аль-муслимин ин кунта лахум муттабиан. Как это тебе сказали те имамы мусульман, которые были до тебя, если же ты следуешь за ними. То есть говорит, что Абу Бакр аль-Аджурри, если ты следуешь за ними, если ты следуешь этим имамам, если ты считаешь себя салафитом, который следует имамам салафов, тогда сделай это. А если же нет, то значит ты не последовал за ним. То есть, как Аллах Субхану Тааля говорит, «Фатуминуна бибад аль-китабу такфуруна бибад». То есть, неужели ты веруешь в одну часть Писания, не веруешь в другую? То есть, ты принимаешь у них то, что хочешь, а то, что не хочешь, оставляешь? Это тебе супермаркет, что ли? То, что ты хочешь, берешь, то, что не хочешь, оставляешь. Аллаху мустаан. فإن قال, если же он скажет, надаухум يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم, то есть неужели мы оставим, это говорят братья, и что нам их оставить, они свою ложь распространяют, и мы будем молчать о них, тогда мы скажем ему, сукутука عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. Если ты будешь молчать по отношению к ним, и то есть полностью бойкот им объявишь, хорошо, вообще как будто бы их не существует, абсолютно, как будто бы их нет. Опять же, братья, когда мы говорим, как будто бы их нет, это не значит постоянно о них вспоминать, злиться на них, как они говорят, но напрямую им ничего не говорить. Имеется в виду, братья, полностью, как будто бы их не существует. Вот нету их просто и все. Вот если бы их не было, они, братья, пытаются, нету их просто.
Субханна говорит, имам, братья, аль-Аджурри, это намного труднее и намного сильнее для них, чем если ты будешь с ними спорить. Каза кала ман тақаддама мин ас-салафи ас-салих мин улямаи аль-муслимин. И это слова кого? Тех, кто был до нас из числа имамов, сподвижников, то есть имамов салифов, хорошо, то есть праведных предшественников и ученых ислама. Субханаллах, братья. Поэтому я вам еще раз, братья, не устаю повторять. Вот, братья, где свет, вот где знания. Слова, братья, старых ученых. Посмотрите их наставления, субханаллах. То, что сегодня нам говорят джазахум Аллаху хайра наши старшие братья, которые, то, что нам сегодня говорят шейхи наши и так далее, и ученые, это, братья, вот откуда они все берут. И субханаллах, то есть ты можешь как-то превознестись, посчитать себя, там, я человек, и шейх Фаузан человек, то есть он наш, субханаллах, как говорили, братья, некоторые поэты, арабы, «Ла туаридан бидикрина ан дикрихим». Лейса сахиху и дамашак аль мукади, вот так сказали. То есть, что говорит, когда ты говоришь о них, не надо говорить о нас, субханаллах. Потому что ходящий, не, то есть хоть исходящий здоровый, и тот, кто на месте сидит и не может двигаться, то есть и тот здоровый, не при смерти, хорошо. Но не называются, то есть они не одинаковы в своем здравии также. То есть, если этот не болеет, тот не болеет. Но этот может ходить, а этот не может ходить. Кто из них действительно здоровый? Вот мы, братья, те, кто сидим в коляске. А эти люди, которые ходят и бегают, то есть саляфы, братья, ученые, хорошо. Поэтому ты никто, если про них говорить. Ни ты, ни я, никто другой. Аллаху мустаан. Сам шейх Салих аль-Фаузан, братья, хафизахуллах тааля, братья, сегодняшний имам, братья, который только может быть на, то есть на сегодня, то есть из имеющихся ученых, говорил то, что когда я читал, братья, про салифов, говорит, мне я постеснялся себя студентом называть, не то, что шейхом, субханаллах. То есть сам шейх, братья, признает сегодня, что говорить про тебя, Аллаху мустаан, как шейх Валид всегда нам говорит, шейху биттых, говорит. И говорит, если и шейх, то ты не шейх в знаниях, а шейх в арбузах, говорит. То есть арбузный шейх, Аллаху мустаан. Хорошо. Если, говорит, также продолжает, он говорит, если кто-то нам скажет, «Файни турра филь амри вактан мин аукати иля муназаратим ва итбати л-худжати алейхим аля юназарум». А если же, говорит, придется ему, получилось такой вариант, то есть такой момент, хорошо, в какое-то время, что ему придется с ним спорить, то есть и донести до них довод, разве тогда нельзя ему? И тогда ему мы ответим, говорит, «Алиттирару иннама якуну ма имамин лаху мадхабу су». Такой случай, то есть имеется в виду нужда, острая нужда, бывает только там, братья, когда имам, правитель, и он заблудший. Фаямтахину нас, и он заблуждает людей, хорошо, заставляет их принять. Уайдухум иля мадхаби, то есть и он заставляет их следовать его пути. Кафиали ман мада фи вакти Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллах, то есть как это было во времена имама Ахмада, саласату хуляфа, имтахану нас, то есть три правителя, братья, было три правителя, хорошо, то есть это, кто это, Маамун, это Муатасим, хорошо, и Вафик Билля, то есть трое, братья, они заставляли людей принимать, братья, и'тизаль, то есть убеждение муатазилитов, хорошо. ودعوهم الى مذهب مسيء хорошо, и они призывали этих людей к своему, то есть к своему скверному пути. فلم يجد العلماء بدا من الذنب عن الدين, и тогда пришлось ученым защищать религию, то есть не то что пришлось защищать религию, а то есть им пришлось, то есть не было у них выхода иного, кроме как опровергать их в открытую и заниматься их опровержением. وارادوا بذلك معرفه العام الحق من الباطل, и они желали этим что, чтобы обычные люди знали истину, донести до них истину, хорошо, как говорил, братья, имам Ахмад говорит, если я замолчу, что мы будем делать с этими людьми? То есть, если я, то есть он мог бы замолчать, имам Ахмад, как другие, сказать, что мне, то есть меня убьют, если я буду говорить, хорошо. Но, братья, не молчал. Почему? Потому что люди, субханаллах, десятки тысяч людей, то есть ждали от него, то есть что правильно, то есть люди не знают, субханаллах. Фана варухум варуратан лахтияра, то есть и они спорили с ними, хорошо, оспаривали их, то есть или же опровергали их, потому что приходилось им, а не потому что они желали этого. Фа асбат Аллаху азза ва джалля аль-хакка ма Ахмад ибн Ханбаль, и поэтому Аллах субхана ва тааля явил истину через, то есть путем кого? Имама Ахмада, рахимахуллах. Ва ман кана аля тариқати, то есть и тех, кто был на его пути, то есть на пути имама Ахмада, то есть на сунне. Ва азалля Аллаху аль-азиму аль-муътазилата ва фадахахум, и великий Аллах субхана ва тааля унизил муътазилитов, братья, выявил их скверну. وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة. И тогда обычные люди, то есть обычные, то есть масса людей, хорошо, общая масса людей, они поняли, что истина настоящая, она с имамом Ахмадом, рахимахуллах, и с теми, кто последовал его пути. И также, братья, на этом иншаллах тааля закончим.
прочем, имам Ас-Сабуни, рахимахуллах, в своей книге «Убеждения салафов и приверженцев хадиса» говорил хорошо то, что «Юбгидуна ахлюль хадис, ахлюль бида, аллядина ахдасу фиддини малейса мин». То есть ахлюль хадис, братья, приверженцы хадиса, сунниты, хорошо, ахлю сунна валь джамаа, они, братья, ненавидят приверженцев нововведения. То есть почему? Потому что они ввели, братья, в эту религию то, что не из этой религии. «Уаля юхайбунам», не любят они их, «Уаля ясхабунам», и ни в коем случае не ходят с ними, «Уаля ясмауна калямахум», не слушают они их речь, хорошо, не слушают они этих людей, «Уаля юджалисунахум», и не садятся они вместе с ними, «Уаля юджадилунахум фиддини», «Уаля юнадырунахум», и ни в коем случае не спорят с ними, хорошо, то есть или же... То есть не спорят с ними никак, то есть не занимаются с ними диспутами и так далее. Уайрауна сауна аданихим ансамаа батилихим. И они, братья, всегда защищают свои уши от того, чтобы хорошо слышать их ложь, братья. Ни в коем случае не поддаются, братья, то есть не дают своим ушам слышать эту ложь, которую они несут. Аллати иза маррат биль адани ва каррат фил кулуби даррат. Потому что это ложь, братья. Если будет у тебя в ушах, она поселится в твоем сердце и принесет тебе страшнейший вред. Уаджаррат илейха мин аль висваси валь хатират. И принесет, субхана, тебе такие васвасы, такие сомнения в твоей религии. Хорошо, то есть такие скверные наущения, которые, субхана, то есть никто уже тебя не спасет от них, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. Аллаху мустаан. Хорошо. И говорит, как Аллах, субхана ва тааля, сказал, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. То есть Аллах Субхану Тааля, обращаясь к Мухаммаду алейхиссалату вассалям, сказал: а когда ты увидишь тех, то есть имеется в виду многобожников, которые начинают, то есть пустословить, болтать, братья, по отношению к аятам Аллаха Субхану Тааля, то есть насмехаются над ними, хорошо, как-то издеваются, порочат их и так далее, лишь пытаются их опровергнуть, то оставь их, отвернись, отдались от них, хорошо, пока они не оставят эти свои слова, то есть и не вернутся, то есть или же, то есть не начнут что-то другое говорить, пока они не оставят эти вещи, ни в коем случае не находись вместе с ним, говорит об этом Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нашему пророку, алейхиссалату вассалям, тогда же что говорит про нас с вами. Хаза валлаху аля ва алям, ва саллаллаху аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, ва джазакум аллаху хайран.